Привет всем! Прошел ровно месяц с момента посева семян клубневой бегонии на рассаду. Вот таких вот две упаковки семян в этом году покупали. И поначалу, конечно, казалось, что совсем ничего не всходит. В общем, наверное, две или даже больше недели семена просто лежали на почве и ничего не происходило. Ну и, как говорится, всегда есть хороший результат и есть плохой. Начнем, наверное, с плохого. Вот это вот бегония, карнавал, смесь, ни одно семечко из пяти, к сожалению, не проросло. То есть прошел месяц, всходов нет. Семена попались вот такие вот некачественные. И земляника, кстати, тоже от вот этой фирмы «Плазменные семена», треска, ни одно семечко не взошло. Поэтому как-то совсем вот эта фирма не радует всходами. Ждать уже нет смысла. Месяц прошел, как бы уже, скорее всего, ничего и не взойдет. А вот эта вот бегония, называется она Амери Гибрид Роуз Форм F1 красная. Очень она красивая. Где-то, наверное, до 20 сантиметров цветок при полном распуске достигает в диаметре. Кустик вот такой вот, около 50 сантиметров в высоту. Такая вот красивая бегония. Из 5 семечек, но в упаковке было 6, то есть одно как бы положили еще в подарок. Ну, из 6 семечек, получается, взошло 4. То есть довольно-таки хороший результат. Сейчас, конечно, я покажу всходы. Ну, а так вот, в принципе, хорошо. Вот эти семена, они стоили, наверное, где-то 110 рублей, вот так вот. Но по скидке достались за 70. То есть довольно хорошие по качеству семена от Аэлита, бегония, Амери Гибрид Роуз Форм F1 красная. Вот такие вот всходы бегонии. Только, вот можете заметить, начал появляться настоящий листок. Сейчас никаких подкормок не проводим, только, соответственно, следим за влажностью почвы. Сверху наша вот эта емкость прикрыта пленкой, в которой сделано отверстие для вентиляции. И грунт сверху присыпан, соответственно, вермикулитом. Вот такой вот довольно-таки легкий уход. Затем, конечно, когда растения станут побольше, их распикируем по отдельным стаканчикам. А пока, ну, в принципе, им всего хватает. Под подсветкой они находятся с 8 часов утра и до 11 часов вечера. Ну, посмотрим. Первый раз выращиваем бегонию из семян. Надеюсь, что порадуемся очень красивым цветением. Ну, а всем тем, кому видео было полезным, подписывайтесь на наш канал. Делитесь с ним видео с друзьями и заходите почаще в гости. Всем пока-пока и всего самого-самого доброго.